Так, Лифан X50, автомобилю 4 года, пробег 21584, пробег в жестких условиях. И первая серьезная неполадка. Долго крутит стартер и не гаснет чек. Проверяем. Надо же, сразу завелась сегодня. Чек не гаснет. Ну, сейчас поедем в сервис, посмотрим, что они нам скажут. Поедем к официальному дилеру. Блять, только что заглох нахуй на светофоре. Пиздец, короче. Еле завелся, но теперь чек погас. Доехать бы, блядь, до этого сервиса еще. Загнали, короче, авто на диагностику. Сейчас скажу, что там не так. Собаки отдыхают, как и везде. Ладно, будем ждать. Все, короче, починили. Оказывается, у меня наебнулся датчик положения распредвала. Так. Сейчас достану из пакета. Вот эта хрень, которая сломалась. Здесь электромагнит, короче, он вышел из строя. Поэтому машина долго заводилась и глохла. Вот, заглох я, блядь, когда сюда ехал. Собственно, первая серьезная поломка за 4 года, чуть больше, чем за 4 года. Я менял еще сайлентблоки передние один раз, но это хуйня, учитывая наши дороги, это совсем уж расходник. Вообще похуй, абсолютно. Поэтому как-то так. В общем, всем спасибо за просмотр. Жмите лайки, жмите на колокольчики, подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду.